Сегодня 17 апреля 2019 года. Проверяем в работе двуголовочную пилу Мурат ТТ-405. Вводим размер. Нажимаем Enter. Покажи то, что меня изменило. Вот. Голова у нас отъехала. Запускаем двигателя. Видите, что выходит? Вводим другой размер. Устанавливаем голову под 45 градусов. Сильных дисков регулируется. Набираем другое значение, например, 3 метра. Устанавливаем голову в положении 90 градусов. Выключаем двигатель.